Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Rage. В последней серии мы очень сильно помогли как нефтяникам в том поселении, которое же там чуть подальше находится, так и местным. И теперь нам нужно припарковать этот квадробайк на место, вернуть его хозяину и пойти получить такие свои баги. Хотя сдается мне, что так просто все не будет. И возможно нам что-то еще придется сделать. Эй, иди сюда. Хотел. Я хочу, чтобы ты запомнил одно слово. Филтрит. Ты знаешь, что это? Вряд ли. Я тебе объясню. Филтрит был в метеорите, который нам всю планету развалил. Но вот интересный факт. Он кое-что дал взамен. Филтрит — руда из космоса. Крутая штука. Если он попадет тебе в руки, держи крепко. Не меняй на всякую ерунду. Спасибо, Фалинкс. Я это запомню. Филтрит, значит. Так, теперь дверь открыта. Привет. Дэн сказал, ты хочешь забрать у меня старый багги. Хочу. Честно, жить будет. Но тут нужна работа и запчасти. Работу я сделаю. Запчасти с тебя. Блин. Наверняка Джохан из поселка нефтяников сможет помочь. Идет? Ну, идет. Хочу. Хочу себе багги. Ладно, возвращайся с запчастями. Это вот это, что ли, моя ласточка? Блин, какой Редван, а? Ну ладно, в принципе, я думаю, для начала будет неплохо. У всех первые машины сначала развалины. Моя первая машина была шахой. То есть ломалась буквально на каждом километре. Но на ней я приучился к ручной коробке передач. Убил сцепление по первачку, по незнанию. И, в общем-то, это была машина такая, испытательный полигон. Сейчас машина, конечно, у меня гораздо лучше. Так, ну и что, где мне взять запчасти? Сейчас мы поедем в поселение нефтяников, там нам дадут задание. И, видимо, поедем куда-то дальше. Я так и знал, что так все просто не будет, поэтому был морально готов к такому. Тебе не болеть, не хирург. А, нет, нам вот сюда надо. Дай мне эту машину, пожалуйста. Чё жмотишься? Дир просит запчасти для старого багги. Того, что выкинуть, давно пора. Ага. Да, я бы с радостью поделился, но боюсь, есть одна проблема. Эти долбанные отмороженные бандиты только что полностью обчистили мой гараж. Так что ищи запчасти в их логове, возле старой дамбы. Думаешь, ты справишься? Там может быть жарко. О, блин, какой выбор-то у меня есть? Возьми этих толстячков и схему замколомки, это тебе пригодится. Замколомка, ну что ж такое, кто ж так переводит, а? Не могли отмычка как-нибудь перевести. Толстячки очень мощный боеприпас, и замколомка является, расправляется с особо сложными замками. Нелегко воевать с бандитами в их логове. Вот, возьми толстячков для своей пушки. Реально мощные штуки. А на случай запертых дверей возьми схему замколомки. Название говорит само за себя. Удачи. Или открывашки. Замколомки — это вообще как нахрена придумывать слова, которых... Чё вам, блин, русского великого могучего не хватает, что ли? Замколомки. Эти места становятся все опаснее. Так, погоди, что-то я закрутился. Нам, похоже, опять сюда, в руины этой дамбы. Да-да. Но с калашом тоже, повторюсь, не страшно. Калаш решает. Тем более у нас еще есть дробовик. Так что, думаю, никуда не денется. Так, что-то враги не появились по новой? Вроде бы нет. Хотя... Да, появились. Все, нет? Да дохни ты, мать твоя. Эй, вон там!
Хорошо. Я ранен. Ты ранен? Я думал, ты убит. Давайте тогда мы дробовичок что ли попробуем. Хотя дробовичок будем пользовать в закрытых помещениях, а пока что давайте лучше. Вон он! Блин, опасно. С двух сторон могут подойти. Где-то там. Ха-ха. Они, оказывается, недобитками бывают. Сидел и ждал меня с простреленными ногами. Обалденно. Да где ты там? Твою мать! Да. Вашу мать, мне пи***ц! Ой, чуть не упал в сральную дыру. Так, возьмем патроны. Он пока пусть сидит, ждет нас. Да, успокойся, слышь. Так, сейчас мы кинем ему подарок. Лови, дружок. Очень хорошо. Да, остались рожки до ножки. Жалко только, что осторожней написано. Только местным. Жалко, что своего разорванного тела нельзя было подобрать патрон. Ну ладно, у нас в принципе и так неплохо. 114 штук. Блин, что-то не видишь-то, а? А, ну вот, все хорошо. Там что, вода, что ли? Ладно, идем дальше. Мусорка. А тут у нас что? У нас ничего. Что на стене написано? Не очень разборчиво. Не очень было разборчиво, что там написано, честно говоря. И это печально. Так, и мы, похоже, пришли. Приготовься к смерти. Сейчас посмотрим. Кому из нас грозит смерть. Так, пора брать дробовичок, судя по всему. Или пистолетик попробовать с теми патронами. Ну ладно, дробовичок, охота. Прям руки чешутся. Тихо, не пылим. Осторожно, спокойно. До чего же все это похоже на Fallout, а? То есть на вторую и на третью часть, на New Vegas. Что по-своему круто, потому что мне очень нравятся эти игры. Хотя я, конечно, считаю их похуже, чем, собственно, первая, вторая часть. Именно в плане атмосферы. Набор деталей. Хорошо. Что дальше? Замколомка. И она делается у нас из набора электрика, набор деталей и шестеренок. А, нам сначала ее надо собрать. Это я не привык просто. Прошу прощения. Хорошо. Ты посмотри, а. Круто сделано. Ладно. Ты видел, что они делают внизу? Там просто турели уже на тачке. Это деревенщина и не писки. Ага. Босс с этим стволом, как мартышка с гранатой. Понятно. Они вознамерились напасть на поселение и уже приготовили машины. Другой жизни, приятель. Эй, ты не отсюда! За мной! Я вам покажу, как на мирных людей нападать. Так. Я тебя так разукрашу! Пусть кто-нибудь поднимется! Вон он! Свободен. Да что ж ты не падаешь? Что-то дробовик какой-то неэффективный с такого расстояния. Посмотри, сколько раз я уже попал в этого... Вот в этого гада, а он все живой. Упс, пардон, сломал.
Да, очень хорошо, кстати, их ругань перевели. Далеко не... А, ушел. Блин, да что-то дробовик вообще никакущий. Возьмем патроны, патроны, патроны. Че, как самочувствие? Он слишком крут, меня задело. Ты где? Блин, да чего крутая игра, это же круто. Я прям не знаю. Так, подождите. Настройки, сложность высокая. Хватит, потому что вести себя как девочка. Устроим себе нормальный шутер от id Software. Забористый и злой. Вот, наконец-то они начали попадать в меня. Познакомимся с моим автоматом Калашникова. Так, ну, я думаю, пора попробовать толстячков на вкус. Ой. Блин, попал только с третьего раза, простите мне мою кривизну. Ну что ж поделаешь, а временами я кривой. А дробовик что-то меня разочаровал. Возможно, его дальше можно будет прокачать, но пока что он какой-то, блин, не такой какой-то. Я считаю, в человека раз 7, наверное, выстрелил, где-то метров с 15, а он этот дробь принял с буквально радостным лицом. Так, генератор. Так, я не понял. А, дверь открылась. Я думаю, что за звуки. Ох, какой косой. Он в проходе. Ты посмотри, а? Тащит? Толстячки-то. Пошел обратно, скотина. Вот, бросай это! А, блин, толстячки кончились. Надо было их приберечь, я думаю. Ну ладно, давайте вернемся к дробовичку. Попытаемся реабилитировать его за все эти неудачи. К ним, конечно, осталось 4 патрона. Это, скорее всего, плохо кончится. Ну чё, где ты? Понятно, давайте маленько осмотримся. Так, ломаемый замок. Замколомка. У нас есть замколомка? Да, есть. Давайте создадим. Выход. Что у нас тут? Стальные клинки. Это круто. Тряпочки. Осколочные гранаты. Полный набор, короче говоря. Просто прелесть. Ага, вон вы сидите где. Ладно, выбирайся. Ко мне на прицел. Так, еще где-то я видел, судя по тому, что мне кажется знакомым эти помещения, где-то здесь у нас пасхалка по Квейку, но ее очень сложно, во-первых, найти, во-вторых, разгадать, поэтому намного не надеюсь. Если увижу, то активирую. Но вообще смотрите эту тему на Ютубе, если тут не увидите сейчас. Потому что мне прислали, прислали, показали, что... Прислали, показали, что вещь довольно прикольная, в общем. Я с удовольствием посмотрел на эти пасхалки. По-моему, самые лучшие пасхалки за последнее время. Да что ж с вами не так-то? Возьмем один бинт. Все, отлично.
Так, ну и что? Давайте осмотримся. Прикольные такие маньячины. Это дверь, видимо, или крыло. А раньше было частью какого-то автомобиля, и, судя по всему, на нем сбили до хрена народу. Да-да. Да-да-да. Так, 62 патрона. Какой, блин, пикапик. Тряпки. Дешевые туфли. Интересно, для чего они? Скорее всего, просто продадим. Канистра с бензином. Уже хорошо. Скоростной лимит 25 миль в час. Ладно. Эй, вы смотрели вчера «Убей мутанта»? Иди на... Крысы, мать их! Эй, ты! Чертовщина! Чё, понравилось, нет? Вроде бы понравилось всем. Я тебя достану! Отступаем! Я скажу назад! Твою мать! Отлично. Только патронов маловато осталось. Даже не вижу, что беру, но ладно, я думаю, инвентарь тут бесконечный, а если и конечный, то продадим что-нибудь. Так или иначе пригодится, в общем. Хорошо. Что дальше? Где он? Прилег. Надо будет с него патроны взять. Ай, бабоська. Вот именно. Именно это слово. Так, стальные патрончики чуть-чуть. А, ты что, живой еще, что ли? Блин, анимация смерти крутая. Теперь ты точно умер. Так, давайте осмотримся. Я еще тут где-то должен быть столик, по-моему, что ли... Точно не помню. Что-то должно быть такое, на что нажмешь, и там появится звук, как собственно в Quake. Поэтому я осматриваю все очень внимательно. Но что-то пока не вижу, так что вполне возможно, мы уже это пропустили. Но очень охота показать вам хотя бы часть этой пасхалки. Слишком много сока, джуз. Может, джуз тут в каком-нибудь другом значении? В таком, например. Так, чё, куда идти-то? Что-то путаюсь. А, вот, понятно. Хорошо. Нужна помощь, бегом! Упс. Далеко не ушел. Всех вас, гопников, перевалю. Я такой. Так, хорошо. Вроде довольно-таки тихо. Колпачок распределителя. Ой. О! Блин, я застрял. По-моему, ко мне бежит парень сбитый. Если мне не кажется. Крутяк. Так, где тут? А вот ты похож, да?
шлем твой. Шлемы, конечно, козырные. Так, нам, видимо, вон туда куда-то надо идти. Давайте сначала... Ух ты, трон какой, смотри. Мистер Скерри, мистер Страшный. Здесь, видимо, все дела у них самый главный. Где же ты, где же ты? Вот типа вот такого что-то. Но, блин, все никак не могу найти. Видимо, уже и не найду. Ну ладно, я пытался. Кстати говоря, кто нашел эти пасхалки сам, тот может прислать их видеоответом к этому видео. Присылайте, посмотрим, посмеемся вместе. Ух ты, какой гараж. Тут просто машину можно найти, не то что запчасти. И что тут есть вообще? Ну, судя по всему, нам надо дальше идти. Ой, ой. А, твою мать, охренеть. Так, тихо. Вот так вот. Я попадаю вообще, нет? А, блин! А! Вот так. Маленько не освоился с управлением. Поэтому простите меня за такие затыки. Тихо. Так, все, отстрелялся. Да твою-то дивизию. Ох, охренеть. Ладно, будем знать, дробовик ужасно опасен. Падай. Да, с дробовика он довольно неплохо так меня зарядил, надо сказать. Ой. Так, подсядем поудобнее. И, в принципе, ну чё, все вроде. Идем дальше. Твою мать, вот он машину себе вмял. Смотрите, да? Обалдеть. Блин, ну работа с деталями, конечно, удивляет. Поршень в сборе. Отлично. Где? Да ты, блин, какой ты резкий. Он меня поймал. Я тебя поймал. Так, ну что, в принципе, все похоже. Сейчас мы будем выходить, потому что я больше не вижу каких тут заданий. У нас задание вернуться к Хагару. Так, у меня есть что-нибудь? Замколомка. Создать. Выход. Что у нас здесь? Вот, это у нас, похоже, тот самый, как его там называют, филтрит. Да, не зря заглянули, интересно, сколько он стоит. Это круто. Филтрит. Можно продать. Но мне сказали его лучше не продавать, поэтому мы не будем этого делать. Лучше прибережем. А, ну и все, собственно. Выходим. Пустошь. Блин, это было прикольно. Чисто экшеновый момент. Так, тихо. Сейчас мы вам подляну кинем, ребята. Тихо.
Добрый день! Я, по-моему, даже знаю, где мы. Вот там мы начинали игру, да? Ты посмотри, какой квадробайк. Убогонький, конечно, но прикольный. Так, ну-ка. Вот тут наш ковчег, по-моему. Да-да-да, отсюда мы пришли. Но он уже закрыт и, в принципе, стал своего рода курганом для тех братюнь, которые не выбрались у нас из него, в нем погибли. Ну и ладно, неплохая могила, надо сказать. Все, едем, возвращаемся к Хагару. Довольно недалеко это. Хорошо. Так, а что у нас вот тут вот? Я тут ни разу не проезжал, может тут что-то есть. Но кроме опоры я тут ничего не вижу. Ой, блин, извините. Кроме опоры ничего не вижу. Ну и ладно, посмотреть все-таки стоило. И почти приехали, собственно. Блин, это было круто. Мне это нравится. Вот так вот. Как мы технично заехали. Так, собственно, нам нужно идти туда в магазинчик. Давайте пока посмотрим, может Хагар нам что скажет. Есть что сказать? Приведи в порядок баги и возвращайся. Есть новая работа. А, понятно. Так, тут у нас паренек уже, похоже, вылечился. Пойдемте получать свою багги, маленькую уродливую, но что ж поделаешь. Ты случайно не... Говорят, это канализация еще тех времен. Там опасно, но можно найти ценные вещи, если тебя не сожрут мутанты. Уже замечено, мы уже ходили в канализацию. Так, привет. Вот это подойдет. Порядок, багги скоро будет готов. Но тебе нужно кое-что узнать, прежде чем ехать кататься. Помни, пустошь — опасное место. Вызови меня, если твой транспорт застрянет. Я отбуксирую тебя. И хорошо. Еще, надо будет что-нибудь починить. Возвращайся. Я все сделаю. Апгрейд. Осталось поставить эти детали, и все. Иди и возьми вон ту рацию на стойке. Интересно, а машины апгрейдить можно? Навешивать на них там всякое. Ну блин, ну неплохо выглядит, надо сказать. Готово. Можешь ехать кататься. И помни, нужен буксир. Позови меня. Порядочек. Можешь забираться. Уху! Посмотрите, какая точила. Блин, я бы на такой покатался, она прикольная вроде как. Конечно, развалюха, но... А ты не лихач. Так, а как мне интересно вид из глаз сделать? Ну ладно. Ой, ой, тихо-тихо. Это что это там такое? Ой. Понятно, короче, там нам не рады. Ладно. Ой, блин. Это я разломал машину, что ли? Машина отлетает, запчасти, обалдеть. Успел уже помять все. Плохой из меня водила в этой игре. Опять что-то отлетело. И опять что-то отлетело. Развалюха. Ладно. Ну чё, Хагар, что тебе надо? В принципе, ладно, я думаю, чтобы не прерывать потом на самом интересном месте. Сейчас мы закончим, а получим задание в следующей серии. Это было прикольно, надо сказать, мне очень понравилось то, что происходило в этой серии. Надеюсь, вам также. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.